Накануне дня рождения Белорусского республиканского союза молодежи в Пинске стартовал очередной этап проекта «За дело». Благодаря нему БРСМ призывает юных активистов внести свой вклад в наведение порядка на территории Малой Родины. Пинский отдел объединения выбрал одно из самых загрязненных мест в городе – лесопарк в микрорайоне Радужный. Порядка 50 волонтеров приняли участие в проекте. В нашей акции принимают участие такие школы, как 9, 10, 14, 18, также школа для интернат для детей с нарушением слуха. Всем большое спасибо. Мы навели порядок в данном месте, и хотелось бы напомнить всем, что когда вы приходите в лес, пожалуйста, убирайте за собой мусор, который вы оставляете. Ребята не первый раз собирают мусор в этой лесопарковой зоне, но верят, что толк от таких акций есть, и призывают неравнодушных к проблеме экологии нашего города присоединяться. Хочется, чтобы каждый, смотря на нашу акцию, тоже ходил просто так, убирал лес, для того, чтобы наша планета хоть чуть-чуть, но стала тише. Мне кажется, это несомненно важно. Вносим как бы вклад в экологию леса, убираем мусор. Лес становится чище, приятнее как бы ходить, прогулки проводить, дышим свежим воздухом. Смотришь и по сторонам чисто. Хорошо потрудились в этот день и воспитанники специализированной школы-интерната. Нам предложили участие в акции «За дело» от Белорусского республиканского союза молодежи, и мы не отказались. Это хорошая очень акция, хорошее дело, доброе дело. К сожалению, жаль, конечно, что люди бросают столько мусора, но надеемся, что после таких акций люди их будут бросать меньше. Ребята не жаловались на усталость. Для них совместный труд на свежем воздухе – в удовольствие.